Друзья, добрый день! Я приветствую вас на ярмарке город Кропоткин. Сегодня великий праздник, День Матери. Поздравляю матерей с Днем Матери, с праздником. Всем здоровья, счастья и спокойствия материнского. Пойдемте сделаем обзор, посмотрим канареек, попугаев, живность разную. Насколько хватит времени, столько посвящу видеосъемочке. Встречаются сразу голуби красивые, никак нельзя пройти мимо. Погода сегодня холодная, то дождь, то ветер, то снег. Вот такие голуби красавцы. Классика ярмарки. Волнистый попугай. Ценник примерно 500, 450, 400. Ну, обидно. 50 на 50. Вот, не разрушить разовощеки. Не, давай мне эту карелу. Давай мне эту карелу. Почем ожерелье? По 12. По 12 голова. Туда. Я еще раз говорю, блядь, да нет, я продам ее, блядь. Там, вот это, правда. Да ладно, слышишь? Дай ему 700. Почем у вас гульды? Гульды почем? 3500. Которые перелинявшие 3500, а помоложе по 3. А такие голуби в какую цену? А? Голуби. Эти 10 тысяч пара. 10 тысяч пара. Идем дальше. Спасибо. Большой ассортимент. Рисовая мадина. Сколько стоит такая одна? 800. 800 одна. Так. А они кушают как волнистый попугай зерно или как что-то? Амадины. На... Как амадины? Да. Какие? А почему амадины? Ну, рис им обязательно надо давать, рис? Ну, если есть, едят с удовольствием. Все понятно. Потому и рисовки называются, да? Почему амадины? Волнушечки, молодушечки. Почем волнистые? Не ваши. Ну, а что ты, Юра, уже? 400. Красота, да? Лепота. Хвосты повыдергивать, занавеску повтыкать. Да. Да. Белые внутри. Декоративные кролики. Друзья, гнезда для канареек. Скоро сезон будет. Приобретайте, заказывайте заранее. Не пропустите. Западочек маленький. Есть западочки, хлопочки большие, двухместные. Мы уже разобрали. Кому интересно, заказывайте заранее. Вот гнезда из джута и из нейлоновой веревки. Для канареек, для амадин. Самочки канарейки овсяночного напева. Цена 700 рублей, 800 рублей, разные. Кинорочек белый сидит. 2500 цена. Идем дальше. Здесь у нас розовые красные. Молодняк, вроде как говорят. Ну да, он дремет еще. Неразлучников сегодня много, прям красавцы. Здесь у нас самцы. Цена 3000. Как эта расцветка называется, скажите? Пестрая. Пестрая? Пестрая. Орликин кто-то говорит. Ага. Пестрая. В общем, два варианта. Чистая, с мозаикой. Или пестрая, или орликин, говорят хозяин. Да, говорят орликин. Такие красавцы здесь индивидуального содержания. По ценам, друзья, не особо компетентные продавцы рассказывают цены. Друзья, карелы. Друзья, радужка после дождя.
А такие какую цену, попугай? А? Какую цену? 400. 400 рублей. А у вас якобинов нету? А? Якобинов нету? Не-не, я этим не занимаюсь. Не занимаюсь. Витя, понял, не занимаюсь. Сколько такой петушок стоит? А как это называется порода? Рифлер? Мирфлер. Изабеловый. 500 рублей петушок. В какую цену такая радуга? 1000. А возраст какой у них примерно? Месяца 4. Это месяца 4 так уже выглядят, да? Интересно. А как эта порода называется? Это мрамор. А это белый? А это белый широкохвостный. Белый широкохвостный. Фотография платная, 100 рублей. Хозяин курятника. По поводу синих кокариков номер телефона 89 89 232 96 96 09. Синие кокарики. А такие перчи в какую цену? 6 пара. Передаем привет. Вот так вот. Сегодня день матери сегодня. День матери. Да, всем матерям. С праздником. А потом афиша будет, эти люди мешают нам жить, да? Мешают нам жить. Это хоть и не женщина? Нет. Что сказать? Скажи, ебануть это. Что за разговор? День матери. Всем матерям огромное спасибо. Потому что не было бы матерей, не было бы нас. Здоровья, долгих лет, всех благ. Спасибо вам. Вот еще синие кокарики. Номер телефона 8-918-4595-870. Сережа как принял. Неразвычники. Шикарные, красавцы. А вот эти в какую цену, птички? Пятерка? Пятерка. Смотрите, певчие. Разыва. Домики, клеточки, скворечнички. Вот номер телефона. Ну да. Вот такая вот клеточка. Как закрывается? Все, спасибо. Сколько такая стоит? 2,5. 2,5. Большой ассортимент кормов различных, красивых, вкусных. Друзья, обязательно подписывайтесь на канал. Переходите по ссылке в Яндекс.Дзен. Тоже будет больше видео. Мы у Маши вывезли, вот там другая, по 5
Самочки 1000 рублей. Сейчас самцов покажу. Мальчишки по 2, по 2500. 350. Которые там на Volkswagen. Да, да, с пацанами. Юрий Васильченко снимет, я все посмотрю. Серега, вот такие курочки. Вот мы маленькую оставили, вот мы ждали, что полтора часа года. Начал вытягивать, отдохнуться, побежали быстро по кисарюде. Сколько такие щенки стоят? От 8. От 8. Вот это курочки получаются красивые. Голубая перо и голубая окаймление. Такие красивые получаются. Карелы молодежь? Да. Красавцы. 1500 цена. А почем ваши волнистые? 700 рублей. 700 рублей? Это полувыставочные? Ну а разы в какую цену? 10. 10? Да, пенант. Пенантовая разыва красная. Почем такие розелы? Пестрый, два красных. Пестрый почем? 4,5. Пестрый 4,5, а красный? По 5. Красный по 5. Карелы. А в какую цену япошки? 300 рублей. 300 рублей одна мадинка. Японская мадина. Друзья, ярмарка подошла к концу. Обязательно подписываемся на канал. Делимся этим видео с друзьями, с подругами, с родственниками, со знакомыми. Приобщаем всех к птичкам, к декоративным и так далее и тому подобное. Всего всем хорошего. До скорой встречи на моем канале.